В Анкаре состоялась встреча президента Ильхам Алиева и президента Турецкой республики Раджеба Тайипа Эрдогана один на один. Главы государств с удовлетворением подчеркнули успешное развитие братских, дружественных и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией. На встрече обсуждались расширение энергетических, транспортных, экономических, торговых связей между нашими странами, вопросы сотрудничества в оборонной, военно-промышленной и других сферах. Было особо отмечено расширение возможностей железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, подчеркнуто значение совместной деятельности двух стран по развитию среднего коридора. Также еще раз было отмечено значение дальнейшего развития организации тюркских государств и сотрудничества между нашими братскими странами, важность предстоящего в Шуше неформального саммита ОТГ. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что примет участие в неформальном саммите в Шуше и передал поздравления по случаю проведения в Азербайджане КОП-29. Глава нашего государства еще раз пригласил президента Турции на КОП-29. Президент Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением принял приглашение. На встрече состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам.